Добрый вечер. Вечер. Сегодня очень хорошая погода, поэтому тяжелое что-то. Хорошая рыба. Боюсь даже подсекать. Смысла нет, она уже засеклась. Не знаю, но очень тяжелая. У страха глаза велики, как говорят, да? Просто тянет, к лунке даже подвести не хочет. Интересно. Интересно. Странно. О, все, все, разозлилось. Подождите, подождите. Не, хорошая рыба. Не будем спешить. Спешить не будем. Если бы они клювали бы каждый день по 10 штук, я бы их буром выпер. Вон, вообще что-то не... Вон, о, вообще ужас какой-то. Просто как баран уперлась и все. Как будто она там руками цепляется за что-то. Ё-моё. Не, рыба точно хорошая. Ой-ой-ой-ой. Рыба хорошая. Нам бы ее бы как-нибудь извлечь оттуда. Чтоб... Ой, пузыри пошли все. Чтоб потом хоть показать вам, что это такое было. Не-не-не-не. Вот это да. Просто жесткие удары. Ну, она... Ой-ой-ой. Да, так можно минут 5-10 сидеть, играться. Вода в лунке шевелится. Не знаю, видите вы или нет. Не-не. Вот зараза, а. Такие же ощущения, как будто летом килограмма на 3 на спиннинг тебе клюнуло. А у тебя леска там 0,2, бля. Вот-вот-вот, что-то заводится, по-моему. Ну-ну-ну-ну. Лошара. Лошара Микантара. О. Вот это рыба. Вот это красота. Правильно там будет. Ду-ду-ду. Красиво, спасибо. До свидания.